Всем привет, продолжаем проходить Planet Crafter. И в этой серии мы, я думаю, сходим, поищем осми. Где-нибудь, я не знаю где. Вот, наделаем кислорода побольше и пойдем. Пойдем исследовать окрестности. Где возможно, где мы не были. Так, хорошенько так погуляем, пока тут все у нас... Растут параметры терраформации. Вот, у нас растет. Там жидкая вода у нас скоро появится. Вот, все растет, кроме кислорода. Ну, этим мы займемся, в принципе. И либо кислорода уже достаточно. Вот так, кстати, давайте посмотрим, что за грибы. У нас тут что за фасоль. Что оно дает? Здоровье 60. Вот, вот на фасоль выращивать гриб. Здоровье 35. Невыгодно. Невыгодно. А вот фасоль выращивать реально выгодно. Значит, тогда возвращаем сюда фасоль. Так. А сюда мы закинем опять кабачок. Так, грибы пока отложим. Сюда закинем кабачок. Кабачок. Пусть растет кабачок, и фасоль нормально приносит нам насыщение 60. Неплохо. Так, нам нужно наделать кислорода побольше. Поехали, короче говоря, собирать кобальт, делать кислородные баллоны и отправляемся исследовать дальше эту планету. Попробуем найти еще что-нибудь, сходим в какую-нибудь сторону, в которую мы не ходили. Вот там, ну, там изгиб идет, вот туда мы ходили, там изгиб идет, и мы возвращаемся сюда, но вот там какая-то арка. Вот можно туда еще дальше, вот туда, в ту сторону попробовать отправиться. О, ядерный реактор я могу строить. Ладно, строить будем в следующей серии. В этой мы сделаем прогулку. Сейчас соберем кобальта. Вот устроим такую прогулку исследовательскую. Сейчас наделаем кислорода себе побольше. Да хватит, наверное. Так, кислород. Так, у нас есть кислород, воды можно с собой чуть-чуть взять еще. Еда есть у нас. Еда, вода, кислород. Сейвимся и погнали. Тут пусть все это самое там развивается пока. Пойдем куда-нибудь туда, прогуляемся. Вот там арка какая-то. Что там за арка, интересно? Здесь мы были, в принципе, какой-то алюминий собирали. Какие кристаллы тут интересные, любопытные.
Так, вот там это арка какая-то, вот там. Вот там вот что-то еще должно быть. Так, а это чего? Лед. Это просто лед. Железо. Осмий. Осмий надо собрать. Вау. Это что такое у нас? Это что-то, какие-то остатки корабля космического, да? А это что за облака? Смотри-ка, это типа, может, газ какой-то? Что это за розовые облака? Так, ну мы достаточно далеко уже ушли от базы. Здесь мы еще не были. Что это за розовые облака такие? Может, там волшебные феи какие-то летают? Не знаю. Что за розовые? Что здесь? Ой, тут какая-то... О, спутник валяется. А вот и спутник какой-то валяется. Так, пошли к нему спустимся, посмотрим. Так, сразу на разборку ставим. Может, что-то красное? Красная тень. Может быть... Может быть... Что-то можно разобрать тут в нем? Не? Ну... Положите что-нибудь сюда. Что-нибудь полезное. Просто спутник валяется и все. Что, ну, солнечные панели... Ничего нельзя разбирать, ничего не разбирается, ничего нельзя взять, не разобрать, не взять. Да? Точно? Подожди, я еще так. О, стоп, 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 открыть обломки. Во, во. Вот это что? Сера. Первый раз вижу этот ресурс. Так, семя лирмы, семя нульна, вот это хорошее. Семя пестра можно взять. Вот это я не буду пока семя лирмы собирать. Ладно. Не, ну оно такое, оно мало приносит этого самого. Иридий. Нет, давай оставим место, может мы найдем что поценнее. Так, все, я его весь исследовал. Все с одной стороны, может, с другой стороны другая. А другая, как бы это, капсула. Нет, одно и то же. Все, пошли дальше. Ну что ж, что-то нашли. Мы серу нашли впервые. Нашли упавший спутник, серу какую-то. Так, вот меня интересует вот эта арка. Что это? Тоже какая-то часть упавшего корабля. Какая-то штукенция была. Была. Так, что здесь? Все, запрыгнуть нельзя? Тут ничего нету. Ничего не положили туда. Какая-то запчасть от корабля. Посмотрим, может, что полезное найдем. Так, отсек. Отсек. Есть кто живой? Нету. Сера опять. Сера, алюминий, в принципе, полезные. Семена шанга. Это все пока не берем. Так, разбираем. Железо можно выкинуть.
Так. Семена фасоли. Фасоль хорошая. Да, о, семя туска. Пестра можно тоже взять. Так, это пока не берем ничего. Алло, ничего нет? Всю? Ну и ладно. Ну и ладно, все так все. Хорошо. Здесь может чего-то есть еще? Нету, да, не видно ничего полезного. Ничего нету такого стоящего. Вот туда залезть. Ну а как туда залезешь? Мы туда не залезем мы никак. Пока что. Но там вроде ничего и нету. Ну хорошо, хорошо, давай дальше еще пройдем. Низкий уровень гидратации. Глотнем воды. Так, воды две бутылки осталось. Биокупол. Чертеж получен. Так, вот там что за дальние дали? А ресурсов нету. Может, тут ничего не создали еще? Сдается мне, что тут ничего не будет. Есть такие подозрения. Просто бескрайняя пустыня. Хорошо, а где я вам осмий тогда возьму? Где даже он есть? Осмий. Так, кислород. Кислорода хватает. Ну, тут ничего нету. Даже ресурсов нет. Ну там, например, вот в этих горах есть там что-нибудь или нет? Или сюда контент не завезли еще, да? Ну, очень на то похоже. Очень на то похоже. Поэтому пойдем по этому кругу вот так. База вокруг базы, пойдем по кругу. Там, где есть ресурсы, там, значит, какой-то есть контент. Что-то там положили. Так, вот там где-то спутник у нас валялся. Там где-то у нас валялся спутник. Можно куда-нибудь туда дальше еще пройти. Так, тут ресурсы есть. Здесь ресурсы, там есть что-то полезное. Что-то могли оставить. Так, спутник здесь, да, по-моему? А не, здесь не спутник. Здесь какая-то глыба замороженная, которая должна таять. Так, спутник, по-моему, здесь лежит. Так. Да, спутник здесь лежит. И опять какая-то яма, кратер какой-то. О, там что-то есть. Там что-то есть. Положили что-то. Что же это такое? А это у нас уже есть такое. И это все? Это все лестница в небо.
как болото какое-то. Или что это? Так, здесь что у нас? Опять какие-то цвета получаются. О, здесь мы не были. Вот здесь мы не были, по-моему. Однозначно. Ой, здесь как... типа, лед какой-то или что? Холод. Может, день тут осмий завалялся. Вот это что? Кремний. Не видно ресурсов, которых... каких-то новых таких, которых у нас нету. Видно, вот лед просто. Какой-то ледяной биом. Там выход куда-то вроде как есть. Или это граница? Граница локации, да? Не можно залететь. Кукушечки, тут ничего нету вообще. Все, это финиш, по-моему. Это финиш, здесь ничего нету. Ладно, возвращаемся. Кислорода осталось 5 баллонов. Титан. Какие-то окраины. Окраины, кремний. Осмием не пахнет тут что-то. Что железо, магний, нет, это все не то. О, оба-на, смотри-ка, здесь какой-то выживальщик уже был до нас, однозначно, вот капсула его. А ну-ка, может, есть чем поживиться у него. Так, семена нуль насобираем, семена шанги не берем. Алюминий можно взять. Так, все понятно. Кто-то тут выживать пытался. Терраформировать тоже. Ну, что-то у нее не заладилось как-то совсем. Взобраться. Подожди, а куда я взобрался? Не... Блин, а может там в кратере тоже такая ерунда была? Там подземный был. Это вниз, а не вверх. Там в кратере тоже можно было вниз залезть. Ладно. Ладно, прощелкали. Ну, будем иметь в виду. Смотри-ка. Семена ноль на алюминий. Так, пока ничего не берем. Все. Прочитать сообщение. А ну-ка. Хорошо, я не ожидал, что моя посадочная площадка будет такой плохой. Но нет никаких причин, по которой я не смогу терраформировать этот большой камень. У меня достаточно знаний об этом процессе, чтобы добиться успеха. Все, что мне нужно сделать, это следовать инструкциям, надеяться на хорошую погоду и не слишком много метеоров. Это не может быть так сложно. Сяо Дань, год 3055. А это еще ниже у нас, да, идет уровень? Точно. Так, кислород. 4 баллона осталось. Так, а здесь... Ой, блин, а как бы туда залезть, а? Пустите, пустите. Разобрать нельзя двери? Можно. Можно, можно. Железо выкидываем. Железо выкидываем. Так. Блин, оно теперь под ногами мешается. А почему я не могу его собрать? Алло, это нечестно. Пустите, пустите. Еще сообщение нельзя прочитать. Там еще ниже проход. Ладно, пошли еще ниже сходим. А, подожди, я не то это выбрал.
Так, еще ниже. Так, еще ниже. 7 алирмы. Не, не хочу. Так. Все переполнено. Переполнился. Инвентарь полон. Сообщение. И где мне найти больше иридия на этой планете? Я везде безуспешно разведал, и везде лед. Очень важно, чтобы я нашел хоть немного, чтобы начать нагревать планету. Снаружи все замерзает. Мне нужно спать, но я не могу перестать думать. Завтра будет лучше. Этот срок за столь незначительное преступление бесчеловечен. Я этого не заслуживаю. Завтра будет лучше. Сяо Дань. Да, в общем-то, у него не все так хорошо тут заладилось, я смотрю. Блин, да ты запарил. Железо это. А вот тут у него в ящике что должно быть? О-о-о, суперсплав, урановый стержень. А вот сюда мы это железо позакидываем, ненужное. Так, урановый стержень берем. Микрочип, суперсплав, семя туска. Ну, как бы все самое ценное. Так, кислород. Три баллона. Ох, 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 экстренно уже. Надо бы как-то думать, может быть, о возвращении. А, у него тут секретик, смотри-ка. Суперсплав. Сколько тут суперсплавов у него. Так, воды надо глотнуть. Воды. Воды поесть. Поесть. Так, и место у нас освободилось. Берем суперсплав. Семя нульно, блин, этих семян уже целая куча. Давай, самое ценное. Че он? Ну, иридий вот у него был. Может, он один нашел и все. Ладно, семя нульно возьмем. Так, тут особо больше такого. Ну ладно, семя нульно. Так, ладно, возвращаемся. Возвращаемся. А вот тут можно разобрать еще. А там еще вниз куда-то, что ли, уходит. Так, давай в шкаф сложим все лишнее. Лишнего-то у нас и нету ничего. Все жалко. Вот эту ерунду. Семя шанга. Семя пестра давай сюда положим. Вот это оставим. Так. А ну-ка еще ниже. Еще тут проход. Нифига себе. Катакомбы. Фига он тут понастроил. Подожди. Так, выгрузим лишнее сюда. Железо вот это долбанное. Так, время идет. Тикает, кислород не бесконечен. Надо как-то поторапливаться. Так. Это что? Сообщение. Прочитай сообщение. Добро пожаловать на назначенную вам планету. Ваша миссия — ускорить процесс. Короче, синюю атмосферу. Также ему давали задание. Добро пожаловать. Понятно. Такой же товарищ по несчастью, как и мы, да, получается. Ой, там сколько сообщений у него. Так, кислород. Ой, два баллона кислорода. Я не успею, наверное. Блин, я не успею. Мне надо срочно. Срочно надо. Так, вот это лишнее. Срочно надо возвращаться на базу. Ну так хочется. Хочется до конца узнать, что тут. Что тут происходит в конце-то концов. Так, где я был? А, я сюда вниз еще опустился. Так. Сообщение. Тут есть что ценное. Вот это ценное у нас. Так. Так, делаем сообщение. Ого, сколько. Смотри, откуда у него столько вот этих самых. Чё за прикол? Это одни и те же сообщения, у него целая куча. Все? Да, интересно. Так, пошли назад. Все, возвращаемся. По-моему, пора возвращаться. Так, сюда. Все, пошли домой.
Да, чувачок, тут, видимо, он не выжил все-таки. Так, здесь у него есть что полезное? Сера. Так, железо складируем ему сюда, серу возьмем. А, суперсплав. Флоростенд. Ух ты ж, росток армия. Вау. А я там внутри не позаглядывал во флоростенды. Так, мчимся. Два баллона с кислородом. Мчимся до дома, до хаты. Место интересное, конечно, любопытное. Много чего полезного собрали. Однако со смеем пока не ясно все. Ну, ему не повезло высадиться здесь. Он не нашел иридия, не смог нагреть, начинать нагревать атмосферу. Так, один баллон кислорода, все. Все, это что? Ну, блин, как вот не заглянуть-то, а? Пока мы тут рядышком. Суперсплав, блин, ну это ценно, это надо брать. Так. Нуль на вот это выложим. Еще один суперсплав возьмем. Не, хотя его можно сделать. В принципе. Не, суперсплав, ладно, ладно. Вот это не осмий. Нет, железо. Плохо расстояние на маяке не показывается. Сколько до дома у нас расстояние. Так, я надеюсь, мы сюда залезем. Да. Далеко ли нам до дома? Далеко ли, далеко ли? Так, а здесь проход есть вообще? Или нам приведется обходить? Так, что? Здесь нету прохода, по-моему. Там обходить... Ну, в принципе, нам туда. Нам ближе так, наверное, обойти. Я надеюсь, мы эти горы успеем обойти. Хотя мы, конечно, не так шли, совсем не этим путем. Песок какой-то сыпется. Блин, сейчас мы тут не пройдем, наверное. Так, короче, это обратная сторона локации. Ой, там какая-то щель есть. Мы туда не пролезем. Короче, возвращаемся. Один баллон с кислородом. Я надеюсь, мы успеем. Сейчас в самый последний момент его используем. Блин, а чё я не лечу-то? Блин, надо было лететь. Так, сейчас начнется нехватка кислорода. Вот. И вот теперь мы его используем. Так, полетели. Полетели. Я надеюсь, мы быстро сейчас долетим до базы. Давай, мы должны успеть. Когда мы обратно вернулись в этот ледяной мир. Так, а вот тут проход есть. Так, база там наша. Давай, может, мы срежем где-нибудь здесь. Через пещеры. Кстати, кстати, осмий. Осмий, 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 осмий. Нам его два надо было, два. Сука, инвентарь полон. Так, алюминий, иди нафиг. Осмий взяли. Так, бегом. Бегом, 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 бегом. Блин, ну неужели это закрытая пещера? Неужели здесь нету проходика? Блин, пещера закрытая. Не успеем мы, не успеем. Ох, не успеем, не успеем. Ну, ну хорошо, запомнили. Где ледяные просторы? Далеко от того чувака. Здесь пещера со смеем есть. Ох, не успеем мы. Ну
думаешь, а мы не сможем кислород себе сделать? Кстати, а чем мы паникуем-то? Смотри, берем станцию сборки, так. Как железо, кремний нам нужен, правильно? Так, давай пока его скинем. Так, железо и кремний. Кремний. Железо. Я не успею. Вот же ж, блин, не хочется так заранивать. Да где это долбанное железо? Это надо низкий уровень кислорода. Я не успею уже, все. Блин, надо было раньше об этом задуматься. Вот оно, железо. Так, ставим быстро станцию. Станция сборки. Хрен она тут ставится. Она только ставится в модуль. Жилой отсек, это железо титан надо. У нас нет на это времени, мы погибаем. Все. Вымерли и уронили часть своего инвентаря. Зашибенно. Насколько часть инвентаря ушла? Ну, что-то осталось. Что-то осталось, да. Но добрая часть сгинула. Ну, у нас есть информация, где есть осмий теперь. Приблизительное расположение осмия. И это хорошо. Так, семена складываем пока. Сюда семена можно чисто сложить. О, кстати, вот это можно заменить, да. Суперсплав, алюминий, сера, семена фасоли, семена туска. Сейчас пойдем заменим. Так, что у нас здесь? Семена туска, хорошо. Пестера, нафиг, иди. Вот сюда вот это ставим. Так, пестера, нафиг. Росток Ормеа. Еще больше кислорода. Так, сдвинулся с мертвой точки кислород или нет? Надо посмотреть. Вроде как да. Вроде как больше стало. Вроде как бы да. Что-то тут другие были цифры. Может, мы как-то не улавливаем этот момент. Так, что, жидкая вода? А, все, появилась жидкая вода. Следующий этап. Озера. Озера появятся, да? Где-то они там появятся. Непонятно где, конечно. Такс. Вот что мы сделаем. Наверное, мы пойдем все-таки наберем осмия. Не помню, зачем он нам нужен был вообще. Осмий, что-то мы хотели построить. Такое ядерный реактор. Ну это ладно. А, биолабораторию, по-моему, там нам осмий нужен был. Да. Биолаборатория. Ну, пойдем сходим за осмием. Спокойно. Побольше кислорода надо наделать. Вот. И можно будет сходить за осмием. Да, я мог бы, конечно, построить быстро станцию сборки, собрать себе. Правда, не знаю, электроэнергия получилась бы у меня или нет. Отсюда достала бы оттуда электроэнергия. Наверное, нет. Скорее всего, нет. Вот, можно было выжить, конечно.
Кобальт, шмобальт. Так, ладненько. Давай на этом пока остановимся. Давай остановимся и продолжим в следующей серии. Вот, пока что на этом приостановимся. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новой серии. Пока.